Прокуратура против прокурора. Оказывается, и такое случается. Октябрьская прокуратура подала в суд на своего бывшего руководителя. Претензии в том, чтобы он вернул 500 тысяч рублей за сломанную служебную машину. Напомним, что сейчас Николай Парамонов и без того находится на скамье подсудимых за другие противозаконные деяния. Подробности знает Людмила Косерова. Вот ведь как бывает. Руководил правоохранительным подразделением, попал под суд, и теперь его же бывшие коллеги на него же дополнительно еще и жалуются. Оказывается, бывший прокурор Октябрьского района Николай Парамонов не только взял взятку, но и испортил служебный автомобиль. Информационное агентство «Инфо.РМ» сообщает подробности. 13 декабря 2015 года Парамонов, находясь в оплачиваемом отпуске, взял служебный автомобиль Nissan Almera, который принадлежал республиканской прокуратуре, и уехал на нем в один из районов Мордовии по личным делам. По дороге не справился с управлением, машина слетела в кювет и опрокинулась. Стоимость восстановления с учетом и сноса составила больше 400 тысяч рублей. И проводить такой дорогостоящий ремонт смысла не было, потому что почти столько же стоит новая машина. Иск рассматривает Ленинский суд. На его сайте опубликованы статьи Трудового кодекса, на которые ссылается прокуратура. 238-я, которая предусматривает обязанность работника возмещать работодателя причиненный прямой действительный ущерб, и 243, согласно которой материальная ответственность в полном размере причиненного ущерба возлагается на работника в случае причинения ущерба не при исполнении работником трудовых обязанностей. Сейчас проводится досудебная проверка. Стоит, наверное, напомнить, что Николай Парамонов уже находится под стражей. На него заведено уголовное дело, и его обвиняют в получении крупной взятки. Хотя сам он уверяет, что эти деньги занял на ремонт все той же испорченной машины. Как связаны эти два случая, будет разбираться суд, но, скорее всего, Парамонову все-таки придется оплатить ущерб 500 тысяч рублей. И несмотря на то, что параллельно ведется еще одно уголовное дело. Людмила Кусерова, Павел Толобаев. Наши новости.